Déjà vu, ta-ra-ta-ra-ta-ta, before I am on the street, ta-ra-pena-ka-tin-ti-sa-or. Déjà vu, ti-ris-vi-ka-ta-shin-bi-pouk, C'est tuant. Déjà vu, ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta, I am on the street, ta-ra-pura-chi-kin-bi-pouk, déjà vu. Ты со словом аккуратней, ты утопишь сейчас его, иди осла забери. Давай сам, я не умею. Это вкратце, чем мы занимаемся на каком-то там 78-м дне карантина. Да. Давайте, давайте, вылазите, мои хорошие. Déjà vu, I just seen it's been before. Walking on the street like it's my time to go. Déjà vu. Так, ты почему моего осла забрал? Это мой осел, это Степа, все, подожди, хватит деградировать. Так. Ой, все. Ой. Ой. Оставь мою вот эту зомби мертвую лошадь! Оставь ее! Выходи обратно! Дежавю. В общем, котежопечка, если ближе к делу подойти, у меня тебе. У нас сегодня просто отдых. У нас сегодня лухари лайф. Пошли в джакузи, пошли. Да подожди ты, подожди! Я как бы да, понимаю то, что у нас карантин, но тут, короче, под предыдущей вроде серии, когда мы с тобой обозревали новое обновление ада в Майнкрафте, меня в комментариях все закусали. Ты это тоже слышишь? Нет. А? Опять она дура? Опять что-то? Эта пердящая рыба, которая здесь застрёт, мешает нам жить! Какая? Вот эта? Это вот эта она? Убей! У всех убей! Ты или ты? Чё это за баги Майнкрафта с этой водой? Всё хорошо, вылезай, Кать! Так вот, учитывая то, что мы читаем все комментарии подписчиков, и подожди, мы же читаем все комментарии подписчиков? Читаем, читаем, безусловно. Ну так вот, да, а все меня в комментариях просто закусали, что, мол, Эдисон, ты там рассказал подписчикам про что я там рассказывал. Про что ты там рассказывал? Про маяк вот этот адский, да. И все сказали то, что Эдисон, а ты не рассказал про магнетит. И дрить тебе вот в магнит... Чё, опять в ад? Ну смотри, я тебе предлагаю в этой серии устроить прятки. Челлендж прятки. Кто быстрее найдет то, что мы спрячем друг другу, тот и будет победителем. Но для этого, Кайт, нам пригодится тот самый магнетит, за которым мы прямо сейчас отправимся в ад. Ты готова? Ладно, если это нужно для серии, чтобы подписчики были рады, я готова. Но при этом нужно обязательно подписаться на канал и поставить лайк, иначе я не пойду в ад. Нет, я все равно пойду в ад, но подписаться надо. И лайк поставить тоже надо. Все, пойдем. Да, на самом деле выполнить требования Кати точно надо. Подписаться на канал, то мне кажется, мы ее скоро так уже доконаем с этим адом. То, что она 100% меня бросит. Если не из-за Лизы, то тогда из-за ада. Из-за зада, пойдем. Запендюхивайся. А корова-то тут откуда взялась? Ёпрст, это иди сюда, мясо ходячее. Да, жареное сразу. Ну, меч какой хороший у меня. Ну чё, куда идем? Хорошо, прятки это весело, но зачем для этого идти в ад? И зачем нам какой-то магнит? Может быть, ты объяснишь хоть когда-нибудь в этой жизни что-нибудь до конца и нормально? Пожалуйста. Ну, потому что, чтобы скрафтить магнетит, чтобы наши прятки в сегодняшней серии удались, нам с тобой надо найти... туса... Подожди! Стой, я с девушкой разговариваю! Нам надо найти, Катя, опять ту адскую руду, которая ищется очень сложно. А ты мог сразу об этом сказать? Я домой. Извини, пожалуйста, но это очень долго, очень муторно. Я помню тот день. Не хочу, не хочу, нет. Стоп! Подожди! Кать! Стоп, стой! Развернись, мадам, и подойдите сюда ко мне, пожалуйста. Сначала убей Гаста, я боюсь. А его уже здесь нет, он куда-то улетел. Ну смотри, если придет, сразу убивай. Потому что, блин, мне и так страшно в этом аду. Еще этот Кать. Незер кирпич копать. Я смотрю туториалы на ютубе. Я посмотрел одного ютубера. Он сказал то, что за одну минуту можно найти один вот этот незерит. А учитывая то, что нас двое, за одну минуту мы с тобой сможем найти две самые редкие руды вообще во всем Майнкрафте. Ты мне веришь? Он упомянул что-нибудь насчет Катьки бульдозера. А, ну да, учитывая то, что у меня в составе есть еще...
Что это? Парень есть еще. Что было-то сейчас? У меня сейчас мини-инфаркт был? Ты не видела, да, что произошло? Нет, вообще не видела. Ну, походу, кто-то из крыши упал. Так, ладно. Да, учитывая то, что у нас как бы... Что это за дичь сейчас была? Я обосрался за того, что кто-то спрыгнул вот оттуда сверху, вот, и упал, и разбился передо мной просто. А я-то тут при чём? Да я случайно. Так, да, учитывая то, что у меня в составе есть еще Катюшка-бульдозер, мы самую редкую с тобой руду, Катя, буквально за 3 минуты найдем где-то 3-4 слитка. Доверься мне, ты пожалуйста. Ты мне обещаешь? Обещаю тебе. Смотри мне. Прямо сейчас мы с тобой находимся на 37-й высоте. Нам с тобой нужно докопаться до 14-й высоты. Это примерно так же работает, как и в обычном мире. То есть примерно где-то вот там в обычном мире находятся алмазы, а здесь будет находиться вот этот незерит. Поэтому аккуратно, главное, за мной. В этом сраном аду на любом повороте может лава вылиться, затопить нас с тобой. И мы, Катя, с тобой попрощаемся друг с другом. Да, это, конечно, хорошо. Почему мы без золотой броньки? Нас же сейчас эти чуваки будут бить. Да какая разница? Мы же с тобой под землей. Так, 18-я высота. Вот сюда, 16-я и 14-я. Может, ты дорогу Катюшке-бульдозеру дашь? Я тебе сейчас дам дорогу Катюшке-бульдозеру. Короче, Кать, смотри. Твоя задача... Стой здесь, стой здесь. Вот, вот так. Я буду копаться здесь. Вот, давай вот здесь. А ты будешь копаться возле меня. Вот здесь, хорошо? Вот, это твой тоннель вот туда. Просто два блока в высоту вот так берешь и копаешься. Я тоже самое беру и копаюсь возле тебя, только левее. Ну, кто быстрее найдет, тот как бы и чемпион. Ну ладно, погнали, Катюшка-бульдозер в деле, погнали, полетели. О, золото. Ну, если верить подсчету тех самых туториалов, которые... О, вот это надо всегда учитывать! Вот если верить вот этим туториалам... Кать, давай я вот здесь буду, только я пойду вот... Да что ж ты будешь делать, Кать? Везде эта лава, которая не дает мне покоя. И тут лава! Кать, короче, копайся, сзади нас лава! Быстрее копайся! А, так закройся, закрой боком лаву! Это ты закройся! Ну, так, ладно, давай, я буду копать. Я буду сегодня Эдичкой-бульдозером. Ты просто сзади меня беги, хорошо? Страшно, как не поняла-то золото опять. Да. Если верить подсчетам, то раз... Да что ж ты это будешь делать? Если... Ай, подожди! Как страшно, реально. Если верить подсчетам, то раз в минуту можно находить один слиток вот этого незерита. А нам нужно целых 4. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что мы сейчас с тобой, Кать, сможем найти. Мы команда бульдозеров. Мы сейчас так быстро все отыщем, что сразу пойдем в эти прятки играть. Потому что я хочу уже играть, а не вот этой фигней заниматься. Ну, пока что я только максимум нахожу это золото. А у меня уже кирка почти сломалась на шелковое касание. Ядрить, колотить надо на починку, потом будет зачарить, так, Кать. Так ты не трать шелковое касание, ты другой какой-то. Ну, я случайно шелковое касание в руки взял, я случайно. Катюха? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лава! Подожди со своей лавой. Я нашел, вот это один кусочек древних обломков. Но все же как бы не раз в минуту, а раз, наверное, в 3 минуты, но все же я нашел. Нам всего лишь осталось еще 3 штучки. Вот и все, Кать. Да, я сейчас чуть просто в лаве не искупалась, а так все хорошо. Еле выбралась, блин. Это оно? Нашла, Катюха, бульдозер, копай давай. Уже 2 штучки есть или сколько, или там еще было? Одна, да, была всего нет, лишь? Нет, одна, так, древние хорошо. Обломки, да, это оно. Да, выбрасывай мне и копай дальше, давай. Так, держи, погнали. Молодец, давай. Опа, еще одна! Еще! Мы не успели найти, копай, но... Реально, Катюшка-бульдозер, выбрасывай, давай, и копай надо дальше. Надо было сразу меня вперед пускать, да, и надо вот было это сразу. Вот не выеживаться. Но если Катя в ближайшие 20 секунд найдет еще один кусочек, я не знаю, что я с этой Катей сделаю, честное слово. Ну, 20 секунд вряд ли, конечно, но дай мне минуту. Я вижу, тебе нравится копать, да?
Я очень люблю копать. Я же не зря Катюшка-бульдозер. Ну да, кстати. А когда у тебя появилась вот эта способность копать? Тебя этому мама в детстве обучала или что? Да, она мне просто подарила самую лучшую лопату в мире. Я была самой крутой девочкой во дворе с самой офигенной лопатой. А и что, ты много копала в песочнице, получается? Да, я делала самые отменные куличики. Вот и копала кстати. Такие ямки, которых вообще даже во снах никто не видел. А, то есть тебя с самого детства Катюшей бульдозер называли, да, получается? Нет, эта кличка пришла ко мне не сразу, конечно. Ой, запуталась. Запуталась, говорю. Идюшечка бульдозер как бы тоже не промах. Хотя я нашел еще один кусище, и в итоге у меня 4 древних обломка вот этих. В принципе, можем возвращаться домой. Так, подожди, а из этих обломков получится только один, или нам нужно... Или это математический расчет, в смысле 1 плюс 2, 2 плюс 4. Все, не напрягай вот это серое вещество, нам 4 нужно, отправляемся домой, вот это сейчас нужно здесь как-то подохнуть, чтобы дома возродиться. Ищем лаву! Бульдозер сейчас лаву быстро найдет в этой жизни, вот так вот. Я буду смеяться, если мы сейчас еще один кусочек случайно найдем. О, опыт, надо подобрать, надо опыт. А сейчас... О, Катя, я нашел лаву, до свидания, только броньку сними, чтобы она вот это сейчас не случайно не разрушилась. А у меня нет, вот у меня так. Все занято. Ну все, тогда до свидания. Сейчас твоя задача. Беги, ищи золото. Нам нужно примерно где-то 20-25 слитков. А я пока поставлю на пережарку. Так, железо заберем. Поставлю древние обломки. И вот так быстренько в незеритовый лом. И еще надо захватить. Катя, нам с тобой подвинься. Надо захватить каменные кирпичи. Оп. Из камня делаем каменные кирпичики. Потопали. Давай за мной, Катя. А золото куда? Золото тоже давай сюда. Так, сейчас надо с помощью камнереза, если я не ошибаюсь, сделать резные каменные вот эти кирпичи. 8 штучек. Вот так. Я забираю незеритовый лом. Выбрасывай золото, давай. Ой, вот так вот. И сейчас мы все это переделываем. Как-то оно, вот я не помню, как оно делается. Вроде как-то вот что ли. Вот! Незеритовый слиток получился. Короче, 4 обломка, 1 незеритовый слиток. Запомни это. Да, а нам сколько нужно незеритовых слитков? Ну, сейчас один. Смотри, захожу сюда, ставлю вот эти резные кирпичи по кругу и в центре ставлю незеритовый слиток. И получается, Катя, ты смотри, какая красота получается. Иди сюда, смотри. Давай уже покажи, мне интересно. Опа. Обычный камень серый. Чё ты выёживаешься? Разработчики Майнкрафта опять старались, сделали вот это все. Как раз вот этот самый камень нам сегодня с тобой послужит прятками. Вот, только не ломай. Ну зачем ты ломаешь? Себе забрать. Так, я сейчас скрафчу еще примерно 2 компаса. Как сложно-то все. Подожди. Даже не 2, даже можно 4 скрафтить. Вот так. Смотри-ка, тебе 2 компаса и мне 2 компаса. Поставь вот этот... А я уже думала, Маринке хочешь подарить компас. Поставь вот этот магнетитовую вот эту шнягу на землю. И смотри, если ты компасом тыкнешь по ней правой кнопкой, компас тебе всю жизнь будет показывать направление именно к этому магнетиту. Понимаешь, как мы с тобой сейчас будем в прятки играть? То есть мы сейчас куда-то убегаем, просто фиг знает куда, а потом что? Ты берешь, ломаешь вот этот блок, ставишь в любую часть деревни, тыкаешь по нему магнитом, подходишь ко мне, выбрасываешь магнит, и я должен найти вот этот блок. Если я найду, значит, я победил. Понимаешь? Семёныч. Да перла. Ломай, я тебя жду здесь. Ты первая прячешь. Окей. Так, ну я спрячу где-то вот на том острове, где маяк. Ты дуримонда, ты мне не должна говорить, где ты будешь прятать, это прятки! А, ну тогда закрой глаза. Все, закрыл глаза, давай иди прячь. Все, я побежала. Ага, хорошо. И несу тебе компасячечку. Все, я спрятала, на, держи. Ага, молодец. Время пошло. Какой так, подожди, время-то пошло. Ты спрятала, да? Так, хорошо. Спрятала. Компас ведет куда-то вот туда, это значит... А, ну слушай, ты далеко убегала, недалеко, я не знаю. Вот туда компас ведет. Ты возле портала, что ли, спрятала вот этого адского?
Тут ты ищи! Ну что хорошо, ты спрашиваешь, да, что да, у да, меня? Да, 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 да. Или под... А, ты у себя дома вот этом спрятала, куда ты хотела от меня переехать. Все, я тебя раскусил. Нет! Вот, все, он здесь. А-а-а! Все так просто, да я думал, ты сейчас где-то спрячешь в жопе у крипера, я никогда его не найду. Все так просто. Я подумала, это сложно будет найти. Так, ну все, хорошо тогда. Ты поняла, да, как это все работает? То есть, я сейчас пойду спрячу, и ты также будешь искать. Все, давай тогда я тут спрячусь, чтобы не видеть, где ты прячешь. Хорошо. Опа, слушайте, а может реально вот здесь где-то спрятать? Мне кажется, Катя здесь никогда не найдет. Это же моя тайная нычка. Или здесь внутри вместо вот этого блока, кстати, тоже прикольно. Или может вообще вот здесь где-то... Кстати... О, может... Может... Опа! Опа, тыкнули. Опа, тыкнули. Ой, Катя, я не знаю, сможешь ты его когда-то найти или нет, но я иду и тащу тебе компас. Ты там как, жива? Я жива, жду, вот смотрю на всё. Второй компас. Выбегай, выбегай к этому, выбегай к нашим пандам, я тебя здесь жду, забирай вот этот свой компас. Бегу. Бегу, 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 бегу. Оп. Ну все, давай, поехали, ищи, Кать. Так, а как... Вот туда. Нет, вот туда. Как разобрать? Подожди, я бегу. Он вдруг вот сюда. Так, вроде да, вот сюда, значит, надо бежать. Вот так. О, ой, да. Да. Только, пожалуйста, давай без ступняка. Тебе просто прямая стрелка показывает, куда да, идти. Да, вот да, вижу, всё. Вижу, что прямая. Так, пока что легко, пока что легко. А иди сюда. Опа, повернулась куда? Оп, иди. Оп, ой, оп, ой, чё, ой, куда? А, чё? А, так. Ты, наверное, где-то тут его заныкал, да? Думаешь, я бы в джакузи заныкал? Ты думаешь, да тут его нет, где он? Ну, пока что показывают просто прямо. Ну, хорошо. Слушай, кстати, хорошая идея вот так прятки, да, устраивать? Нет, Кать, здесь ничего нет, сюда можешь даже вообще не смотреть, вот. Ладно, пойдем, пройдемся сюда. Ну нет, он ведет меня обратно, значит где-то тут. Ага, обратно, ну хорошо. Ты уверена, что обратно он тебя ведет, а не вот туда? Да, уверена, уверена, ты по-любому где-то тут его спрятал, только я его не могу найти. Ну, кстати, возможно, все возможно, да. Так, ну ты в траве, да, может где-то вообще, ты вообще ищи где-то внимательно, вот. Блин, первый раз вообще компасом пользуюсь, так страшно и вообще необычно. Так, вот все, ну показывает прям, ну мне придется рубить. Не надо рубить, я ничего не рубил, то нельзя, я не прятал где-то внутри, компас на видном месте. Да? Да! Блин! Сломала! Сломала всю стенку! Засрой ее обратно! Скажи мне, холодно или горячо? Я. Ну, прохладно тепло, можно сказать. Так, а сейчас. Да просто, ну точно где-то тут! Ну точно где-то вот здесь, да, вот здесь, вот, я тебе дам подсказку, вот здесь где-то, не вот там снизу, ничего рубить не надо, там нет ничего. Вот в воде, наверное, да? Ну там же... Да не надо ничего рубить, он на видном месте, я не прятал его за блоками где-то! А, вот он, а, нет, это вода. Как он выглядел-то, я даже забыла. Ну ты компас-то в руки возьми, посмотри. А, вот тут? Вот. Ну-ка, ну-ка. А, ну давай, 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 давай. На дереве, что ли? Посмотри внимательнее, я не знаю. Блин, я чувствую себя какой-то тупицей. На дереве. Вот, нашла! Где? Где? Нашла. Тут ничего не видно. Видно. Вот ты какая! Вот он! Ну ты молодец, молодец, Катюха. Ну, кстати, справилась, учитывая реально то, что на первый раз в жизни компас в руке держала. Вот, все. Все, молодец. Ну, слушай, счет 1-1. В смысле 1-1? Мы что, будем дальше играть? Ну, а почему нет? Ну, реально весело получилось. Мне кажется, разработчики Майнкрафта только для этого и добавили вот этот блок в игру, чтобы вот мы с тобой в прятки играли. Хм, ну, слушай, ну давай поиграем, но только уже не на глазах у подписчиков. И? Ты чего-то стесняешься? Ну нет, ну просто, блин, ну как бы вы показали, как играть, а дальше-то надо уже самим развлекаться, как бы. Я сейчас пойду спрячу, а вот ты пойдешь искать. Ну давай, мы сейчас с Катей будем развлекаться, она сама предложила, ну в смысле в прятках, ничего не подумайте. Ну если развлекаться, так развлекаться. Ты это, мы с тобой, все, давай. Иду прятать?
Иди прятать. Нормально разговариваем уже. Иди прятать, а ты вот это. До следующих развлеканий. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone in progression. It's all that I wanted. The phone in affection. I summon and dub it. 'Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them. I run through the money. The pressure be calling. Left on my blessings. I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage. I'm going.